всех, приветствую на канале Фунтик. Это новый видеоролик, в котором я бы хотел рассказать вам о том, сколько же дней я провел в одной организации. Ну а перед тем, как вы приступите к просмотру видеоролика, попрошу вас поставить лайк и досмотреть его до конца. Около года назад я перестал полностью играть в самп, он мне стал неинтересен, но на Advance, на Вайте у меня остался дом, который я до сих пор держу, а держу я его уже полтора года. И через какое-то время я решил устроиться в организацию, а именно в мэрию ЛС. После того, как я устроился в мэрию, я качнулся до второго ранга и окончательно забросил игру. Я оплачивал через сайт свой дом, иногда заходил, чтобы оплатить дом через игру. Ну и в принципе больше никаких действий в игре я не делал. Получается, что дом я держу с августа 2017 года, а в мэрии ЛС я нахожусь почти год. Пишите в комментариях, какое максимальное время вы проводили в одной организации. Мне будет интересно почитать, всем отвечу. Спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.